Всем привет! Привет, друзья, едем дальше. А мы вот сворачиваем здесь. Мы свернули... Так, ну вот это вот у нас гимназия вторая, да. О, смотрите, как ее разрисовали. Аж прекрасно. Написали тут много что, наверное, пожеланий, да, кому-то. Мы свернули. А что это за улица? Нет. А что это за улица? Я и кто на ней живет? Забыл на языке артиста, забыл называться. Ну, в общем, мы свернули с проспекта Мира на. На вот эту улицу. На улицу, которая перпендикулярна проспекту России. Получается, она перпендикулярна и Мира, и России. А это дворы. Дворы, параллельные проспекту России. Жданова эта улица. Жданова. Приехали в Жданова. Жданова. Тут у нас что? Детская площадочка. А тут у нас придворовая территория гимназии, да? О, да? Да. Придворовая, интересно, как звучит. Просто территория гимназии. Просто территория гимназии. Ну надо же как-то выпендриться-то. Установка и сигнализация есть. Кому интересно, да, есть такое. А сигнализация-то куда? Автомобиль. А, автомобильная? Я думала, вдруг на дом. Опелька, вагончик. Где вагон? А, вагон. Так слушай, это на школу, на дворовой территории школы, да. Вагончик, а что, куда они там поехали-то? Наверное, хранят просто инвентарь какой-то. Наверное, да. Там, например. Наверное, для этих же детей, которые прибираются, наверное. Скорее осенью. Всего, да. Крабли там, наверное, лопаты. Слушай, а тут вот такая хорошенькая эта. Площадка детская, ага. Уютненькая, она прям тут, знаешь, как-то вот, как-то уютненько так тут у них. Такой вид. О, давайте посмотрим. Вид на проспект России. Пересечение проспекта России и Мира. Ну вот, как раз тут видно центральный Сбербанк. А мы тут катаемся, колесим. Ну, слава богу, эти дворы проездные, тут все-таки... Вы заехал и где-то выйдешь, все равно, да. Все равно где-то выйдешь. Не так все сложно, не так все трудно. Здесь вот, вот в этом здании, где я вам показываю, мы тут подъедем к нему, Стас? Да, вот оно. Продаются мебель, кухни, да. Джулия Новарс. Но я всегда, кстати, поражалась ценам вот этой фирмы, потому что тут цены такие, ну, такие кусачи заоблачные, я бы сказала. Вообще не по карманам многих, да, жителей нашего города Кирово-Чепецка, но несмотря на это, эта фирма у нас существует, она есть, она никуда не делась. Ну, я так полагаю, что и спрос есть, да? Конечно, есть. То есть... Честно скажу, нам такая кухня не по карману, вот данной фирмы. Там кухня, наверное, 1250, да? Да, всяконькие. Ну, это я вам так, наверное, еще средненькую цену так сказала. Ну, может, сейчас в связи с пандемией цены-то немножко поупали. Ой, навряд ли. Если, Стас, у нас на стройматериалы цены выросли, ты думаешь, у нас не выросли на другие материалы цены? Дома. А тут что за улица? И как ее зовут? Россия, проспект. Слушай, проспект России. Мы заехали во дворы, а вот там вот частный сектор сразу начинается. А мы вот здесь гуляли по этому частному сектору. А мы обязательно потом с вами погуляем еще по тому частному сектору. Потому что по частным секторам, мне кажется, проезжать это слишком быстро получается, да, ведь? Да, надо ходить пешочком. Там надо ходить пешочком, да. Можно, конечно, и наш весь город обойти пешочком. Я тут, кстати, делала когда-то
на Google картах замеры, да, сколько на сколько, ну, примерно это 5 километров, наверное, получается, в радиусе у нас весь город. Так что, если постараться, можно пройти пешком. Я думаю, даже за день можно, наверное, обойти такой, в кругаля, да, здесь сделать такое. Но думаю, это будет слишком неинтересно, потому что много ничто не обойдешь. Мы вот сюда с Вилишкой иногда ходим гулять. Вот. Слушай, тут даже елочку поставили. Давай. Ой, слушай, это кто? А тут миньон. Слева миньон. Подожди. Прикольно, слушай, да? Да. Тоже подготовились. Ага. Миньон, а это бык. Да. Ну, он так сидит, интересно, похоже даже на свинку. Слушайте, молодцы. Респект, респект. Это же надо собраться, да? Сделать. А может, это все один человек? Может быть. Может быть, может. Нет, наверное, там нам не выехать, да. Это мы путешествуем во дворах проспекта России. Да, летом какой-то свой кайф, да? Можно посмотреть тут на клумбы. Также люди выходят, облагораживают свою территорию около дома. А сейчас вот можно посмотреть, да, кто придумал, что интересненькое такое к Новому году. Да? Интересно. Интересно, интересно. Тут у нас большие такие дома. Девятиэтажки, наверное, или десятиэтажки. Тут у нас пешеходный переход. А он выделен лежачими полицейскими или нет? Вот, только почему-то с одной стороны. С одной стороны? Вот это. Все. Интересно. То есть, а можно было даже так? Можно было и так. Дорога, дорога. Семейный магнит у нас вот здесь. Папа у нас почему-то любит туда ходить, ну, а мне почему-то не очень нравится давно туда ходить. Не ходил, чё ж оно, наговариваешь. Не, ну ты все время, когда вот говоришь, едешь, например, и заезжаешь, я, ну, говорю, в семейном магните. Я в семейном магните. Я тут, я здесь. Давай посмотрим новенькие домики. Им может быть года 3 от силы, да, 4. Угу. Ну, максимум 5. Тут шлагбаум. Да ты чё? Вот тут шлагбаум. А там шлагбаум. Не знаю. В Чепецке я вот, знаете, мало где. Может быть, тут просто. А тут все, Стас. Точно все. Угу. Не-а. Значит, вернее? Там тропинка идет. Вот мы заехали во дворы новых домов, построенных. А, вот здесь видишь. Одни из последних объектов нашего КЧУСа. КЧУСа, да. Адвокат, кому интересно, здесь вот сидит во дворах. Ну, знаешь, некоторые же спрашивают, а что у вас, где там, что как, что почему. Ну, вот можно некоторые достопримечательности, некоторые объекты, да, какой-то инфраструктуры я, в принципе, вам показываю тихонько. Ребятенки. Ребятенки выскакивают быстро. Раз, два, три. Да, из ниоткуда. Они приехали, там тропинка. Ой, слушай, тут вообще какой-то затор. Да, здесь плохо ехать.
Тут как бы не это, ничего не это, да? Да, ну мы выехали. Кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока-пока. Встретимся в другом ролике обязательно.